Уже более 100 лет в Уссурийском районе существует село Воздвиженка. Не каждый сельский населенный пункт столько просуществовал в округе. К большому празднику готовились всем селом. Мы сегодня подготовились отметить праздник совместно отдел по работе с территорией и с работниками Дома культуры. Удовенко Анна Александровна и ее коллектив принимали активное участие. Все поделки и все вот эти атрибуты, которые стоят на улице, это сделали работники нашего клуба. Жители тоже внесли свою лепту. Собственные овощи, соки и прочую продукцию принесли на ярмарку. Нина Штабная с сыном привезли фигурки животных. В основном их берут, чтобы поставить во двор для красоты. Делать-то не очень долго. Потом только высушиваешь, потом подбираешь краску. Нужно же еще и какой-то дизайн сделать, чтобы лев, там ежики были похожи на настоящих. В 1933 году на территорию села приехали первые переселенцы. Из Черниговской губернии на теплоходе «Россия» прибыло 27 семей. Сейчас Воздвиженка – один из самых крупных сельских населенных пунктов в округе. У Воздвиженки большое будущее. Молодежь подрастает. Из села очень мало кто хочет уехать. Мы знаем по работе с обращениями граждан по предоставлению участков под строительство. В перспективе мы думаем, что село станет еще больше. Кстати, население села Воздвиженка сейчас составляет около 3000 человек. И жить здесь стремится все больше людей. Екатерина Рехтина, Николай Фарафонов, Телемикс.